Оп-оп-оп-оп! Снова всем привет, дорогие друзья! Рады вас вновь приветствовать в нашей студии аналитики. Сегодня у нас немного, так сказать, наш состав подрезали. Не будет у нас четвертого аналитика, будет только двое, и я в роли ведущего. Постараюсь заменить сегодня Вейкича, насколько это будет возможно. Ну и в соответствии будем с вами также разбирать три матча на сегодня. Сегодня в роли аналитиков со мной присутствует также Томас Шейн. Да, привет. И здесь же Андрей Калугин. Здрасте. Здорово, ребят. Ну что ж, три матча на сегодня. Я так понимаю, на этой неделе вообще отдыхать никому у нас не придется. Five Elements вчера постарались дать бой. Молодцы, как и прогнозировалось, 1-1. Конечно, сам Андрей рассчитывал на 2-0. Но что-то у тебя, Андрюха, по ходу боя пошло не так. Расскажи, что было не так и что думаешь насчет вашего матча сегодня против Five Stars. Ну, насчет вчерашнего матча, там пацаны играли чисто вчетвером, без меня, я так что-то делал. Что-то делал делать. Такой, бегал ну, тут так, да, для фона. Ну, так, да, хелпер так на себя отвлекал, и все. Но сегодня, я думаю, мы должны выиграть по-любому Five Star, потому что, как минимум, нам нужны эти три очки. И три очки? Три очка, и нам надо выходить в топ-4. Если мы делаем ничью, то это габелла, на топ-4 можно даже не рассчитывать. Угу. То есть, поэтому тут только победа и только вперед. Мандражка какая-нибудь есть? Не. Все спокойно, да? Да. Каким составом сегодня будете выступать? Сегодня не будет Мау, вместо Мау Лакост. Угу. Ну, Лакост, в принципе, неплохой парень, стреляет знатно. Хорошо, я тебя услышал, Томас, скажи свое мнение. Так я точно выиграю, если Мау не играет. Нормально, пойдет. Вчера нормально бафл. Да не, я как бы вчера слышал реплику про зомбака, поэтому я крайне огорчен. Угу. И хочу вам сказать, что Хохол постарается приехать 5-4 марта, чтобы мы с вами снова сыграли. Какую реплику? Я, походу, что-то пропустил. Ладно, неважно, спросишь потом у него. В общем, что по матчу у нас? Five Star отъезжают. На уже какую? На... А, не... и так на 9 уже, в принципе. Там, и... ну, там уже не важно. Там уже ниже никак, да. Ну, все правильно сказал Андрей. Им по-любому надо побеждать, чтобы закрепиться в топ-4, так как вертолеты вчера, как по мне, сотворили маленькую сенсацию. Вот. И сейчас все хуже и хуже дела обстоят у атрибутов и у элементов, да, потому что у эмбарго вертолет по 23. Если элементы выигрывают, они поднимаются на 4, у них все будет сладко. И мне кажется, это вполне реально, так как Five Star сейчас не готовы играть, они не тренируются. И плюс вот эти замены, которые у них были, они не пошли на пользу, как у вертолетов. Поэтому хорошо. Я думаю, 2-0. Главное, чтобы не было вот этого заезженного дефолта. Что-то типа ДЦ и какой-нибудь ВВГ, потому что карты дефолтные играть умеют все, и файстары могут вообще на изи отжать, потому что карты дефолтные. То есть там ничего особо делать не надо сверхъестественного, когда ты можешь, грубо говоря, за первыми ящиками на ДЦ принимать всю зигу. То есть там особо даже скилла не надо, ты видишь только голову и должен попасть туда, и все. Поэтому... Давай. Поэтому если карты будут какие-нибудь что-то типа, возможно, ПБшки или, возможно, какое-нибудь убежище, мне кажется, будет 2-0. Андрей? Насчет карт. Я не знаю, почему, но респекты так сильно просили прованс. Они там раз, я не знаю, только я раз 5 видел, что Тео выписывал за прованс, но почему-то даже вчера они вычеркнули. Я принципиально хотел поиграть, но с пацанами прованс. Хотя... У нас двое людей всего там были два раза, что ли, то это было на турнире. То есть, но люди столько просили эту карту, чтобы ее добавили, но они ее не играют. Я не понимаю, вот тут логики немного. Ну, а сегодня попытаешься на прованс выйти? Тогда. Мне надо. Так, а логика проста. Я помню, как такая же ситуация была. Ну, не совсем, в смысле, что респекты просили. Я имею в виду, что мы не играли с респектами убежища. А потом начали с ними играть, и там нереальное количество придуманных клевых раундов было. С раскидками и просто фаст-пушами. Поэтому есть вероятность того, что они просто эту карту тренят, а
Вполне. показывать что-то будет уже на плей-оффе. Поэтому Типа это, заготовочки? ну, Да, конечно, конечно. это потому что, ну, АОшки мы не знаю, пока по топ-4 остальной команде, но вполне реально, что все команды будут играть в Прованс, поэтому смысл что-то заготовить на ней есть. Ну, опять же, я думаю, Респект — это тот коллектив, который в дальнейшем, да, так сказать, на квалификациях к мировому чемпу они также будут прикладывать свои усилия. Парни уже однажды представляли наш триколор, ну, не всем, конечно, своим составом, да, сейчас прошла ротация, но, тем не менее, я думаю, команда более чем достойна и команда может показать себя. Но давайте сейчас не о респектах, сейчас у нас Five Elements Five Star, я поддерживаю полностью ваше мнение, парни, то, что здесь должны обыгрывать игроки команды Five Elements, и мотивации больше у команды Five Elements. Да, Five Star, может быть, на дефолте, я соглашусь с Томасом, могут еще как-то выехать, где-то по стрельбе прокатиться, но я думаю, Андрей услышал пожелание и постарается сегодня донести до своей команды по Тогда максимуму. у них ДЦ и метаун, две заезженные карты. Я еще, кстати, хочу сказать то, Да. что топ-4 вот именно этого сезона важно не столько, сколько за призовые побороться. Это, конечно, важно, да? Ну, все понимают, зачем мы играем, как бы призовой важен очень сильно для игроков, но еще, что немаловажно, это то, что топ-4 команды, они попадают сразу в финальную стадию отборов на LAN Да, в то есть им не квалификациях. надо ничего. То есть им, да, им не нужно будет проходить дополнительный там этап 2, чтобы пробиться вот эту финальную стадию. Почему это важно? Потому что там групповая стадия и там BO1. То есть условная какая-нибудь команда Underdog может просто тебя выбить. Я по себе знаю, потому что это не раз случалось, когда ты играешь в BO1, и вас просто выигрывают раз команда, потом какая-нибудь ничья, и все. И ты, допустим, там побеждаешь третью, и у тебя тупо не хватает очков, чтобы выйти дальше. Хотя по факту на дистанции ты сильнее этих команд там раз в 10-15. Ну да, Поэтому. понятно. Я тебя услышал, Томас. Я думаю, это довольно важная инфа сейчас была, в общем, для зрителей, кто будет сейчас наблюдать, кто-то, может, будет даже больше топить за своих фаворитов. Но давайте перейдем ко второму матчу на сегодня. Эмбарго против команды Атрибутс. С Эмбарго я, если честно, вообще не понимаю, что сейчас происходит. Где парни, что они делают? Играют они с клуба, играют они с дома? Кто стреляет, как стреляет? Где они вообще? Куда они потерялись? Первый круг проехались просто танком по своему сопернику. Во втором круге все хуже и хуже. Вчера я надеялся, то, что парни смогут еще показать какую-то борьбу. Ну и ставил, так сказать, 1-1 и во время трансляции, и во время нашей студии аналитики. Но, тем не менее, Эмбарго просто слили своему сопернику. Отдали ему абсолютно все, что можно. Вертолеты вчера, как вот мы с вами обсуждали еще перед, ну, с Томасом обсуждали перед записью этой студии аналитики, то, что парни сделали вчера, ну, так сказать, небольшую сенсацию. Они действительно молодцы. Эмбарго сегодня против команды Атрибутс. Если выступят в том же духе, как и вчера, то это Габелло, Эмбарго могут попрощаться вообще с топ-4, отправляться отдыхать потихоньку. Мне кажется, если сейчас Атрибутсы вырываются вперед, вот это противостояние между Five Elements, Атрибутс и Вертолет, оно будет более чем жестким, и там Эмбарго четвертым как-то втиснуться будет довольно тяжело. Жесткий сезон этот. Да, этот сезон довольно жесткий, но и в соответствии, давайте послушаем наших аналитиков. Томас, что скажешь? На самом деле, если атрибуции сегодня не выиграют эмбарго, то мне кажется, это все. Потому что у атрибуции осталось 4 игры, одна из которых сильная, это эмбарго сегодня, а вторая это с Ошками. Если мы берем в расчет то, что они проиграют Ошкам, с вероятностью, ну, большой, да, будем Ну, говорить девяносто прямо. процентов. Да, то, что атрибут сейчас не показывают игру, а Ошки начали тренироваться, а Ошки на коне, то у них остается 3 игры, и им по-любому надо выигрывать, потому что у остальных команд по факту там тоже осталось 3-4 игры, почти у всех вот этих топ-4, точнее, не топ-4, а 4 команды, которые претендуют на четвертое место. Вот.
Поэтому надо выигрывать сегодня. Мне кажется, что мотивация, и я верю больше в мотивацию атрибуции, чем в мотивацию эмбарго. Я уже говорил это вчера, у эмбарго почему-то по каким-то причинам нет тимплея. Они просто делают какие-то заготовленные раунды, но синергии, как у команды, у них нет. И за счет этого их просто переигрывают за счет каких-то просто мувов командных, вот именно там, когда в ситуации 2-2 остается, когда ребята умеют договориться, вот, против эмбарго это очень, очень легко получается сделать, потому что, как мне кажется, ребята вообще друг друга там не слышат, а соперники, наоборот, этим пользуются. Вот, поэтому мне кажется, что мне хочется, точнее, верить. Просто я такой в этом сезоне слишком притягательный к атрибуциям. Я практически всегда на них ставлю. И этот раз не будет исключением. Это даже совсем, так скажем, не объективная аналитика. Но все же, мне кажется, мотивация для победы у атрибуциев гораздо больше. По картам, опять же, будет что-то нестандартное, потому что эмбарго вычеркнут весь дефолт, но это не помешает атрибуциям. Еще, кстати, немаловажный факт, то, что атрибуции готовы играть в прованс, они его черкать не будут, а вот что ответит на это эмбарго, я не знаю. Поэтому 2-0 атрибуции будет потно, но выиграют. Окей, Андрей. Так как ты правильно подметил, команда Эмбарго в первом этапе рвала все и все там. Даже Вовитис с Заошками там потели с ними, я помню. Вовитиса там тоже на убежище 10-8, что ли, вроде забирали. То Да. есть команда не сидела никого. А во втором этапе пацаны просто потерялись, и их стало не видно. Ну и если... Так-то понятно, что мне надо, чтобы они сыграли 1-1, чтобы не получили по одному очку и остались на своих местах. Но если команда Эмбарго будет играть так же, как вчера, ну тут за атрибутами будет победа. И как правильно сказал Томас, у них больше мотивации, чем у команды Эмбарго. Но сейчас, как мы уже с вами обсуждали, как раз-таки вот у вас у троих мотивация довольно неплохая, и у атрибутс, вертолетов, и у вас, как раз-таки у команды Да. Five Elements, то есть мотивация здесь будет на уровне. Твоя ставка? 1-1. Я Ну, все-таки думаю, понятно. что... Хорошо, но опять же посмотрим, как проведут этот матч атрибутс. Уже правильно подмечалось то, что последние несколько матчей были сыграны не в самом лучшем ключе от них. Ну и вишенка на торте, дорогие друзья, на сегодняшний игровой вечер. Это респекты против команды Vivictus eSports. Вчера я сделал ставку 1-1 с респектами, когда парни выходили в бой. Да, возможно, в некоторых аспектах я был неправ, и у парней на данный момент проходит довольно большое количество тренировок, ну, по возможности, окей, я не буду утверждать, сколько их там есть. Парни пытаются вернуться в бой, как они сами комментировали то, что во втором круге мы ворвемся, они врываются, пытаются забирать победу за победой. Но вот сегодня на пути один из претендентов вообще на поездку мирового чемпа. Я думаю, Вейвиктосы пройдут до финала в любом случае. Там опять будет жара против команды AOXN. Но, знаете, вот эти вот предсказания на то, что будет там в квалах мирового, мы оставим с вами чуть позже. Мы отдельно сделаем такую, так сказать, рубрику небольшую, которую сможете найти также на YouTube-канале Point Blank, и у меня в группе сможете чекнуть. Мы запишем с ребятами видео, проведем небольшую аналитику, но сегодня, на данный момент, это до сих пор непревзойденные игроки групповой стадии. Технические поражения я не считаю за поражение. Это были на то определенные причины, когда парни не смогли явиться. Так что парни до сих пор без поражений идут по сетке. И респектам будет крайне тяжело отыграть. Да, мы все с вами знаем то, что Вейвиктосы будут играть 4 плюс 1. Пока нет у нас Никиты. Но, тем не менее, я поставлю 2-0 на Вейвиктосов, но с жарким счетом 10-7, 10-8, возможно, допы по картам. И давайте послушаем пока что независимого аналитика, это Андрея. Ну, я думаю, тут тоже будет за командой Виктус победа. Конечно, свит это свит, его будет не хватать пацанам, но первый момент контрол тоже далеко не отошел, и он, когда надо, он выстреливает, и свои фраги он дает. Команда Респект, что сказать, они, вот мы играли с ними вчера, они не ожидают быстрого раша. То есть, когда вот мы на ДЦ просто сломя голову побежали, когда уже не было терять, пацаны просто посыпались.
То есть мы там взяли у них раунды 4, что ли, подряд. Просто, ну, на добитых забегали в альфу и ставили плент, убегали и закрывались. И пацаны не знали, что с этим делать. То есть они могут еще на первой карте как-то побороться с командой Вовиктиса, а потом они просто отдадут вторую. Так что я думаю, 2-0. Ну окей, Томас. Какие вы все самоуверенные, почему у меня такой уверенности Сори, нет? 16, да. Почему у меня такой уверенности нет? Да на самом деле, я не знаю за остальных, честно признаюсь, но я не заходил в игру с тех пор, как мы последний раз сыграли. То есть, сами понимаете, да, какая форма. Вот. Что сегодня будет? Будут крайне необычные карты, я думаю, что-то типа убежки. Как, может быть, ВВГ, кстати, они сильно играют вроде. Ну Не да, знаю, как. вчера А, вчера они показали. нормальная группа, да. Вот. Поэтому что-то типа этих карт мы постараемся максимально какие-то дефолтные сыграть. Кстати, возможно, мид, потому что у них плохой мид. Вот. И попытаемся выиграть, но я говорю, я не хочу на себя делать ставку. Объективно, мне кажется, это слишком ЧСВшно и неправильно. Вот. Не знаю, в какой форме будет контрол и играл ли он вообще. Что, Но в контрол-то принципе, рубается, я его каждый день вижу. здесь для респектов это, ну, как бы, у них осталось две игры. Для них это вообще ничего не решает. Они в любом случае уже все, они 100% закрепились в топ-4. Пока непонятно, топ-3 или 4, там будет зависеть от того, как все-таки они сыграют сегодня и next игру, и как сыграет остальная команда, которая претендует на четвертый слот. Вот. Но по факту для них и для нас эта игра уже ничего не решает. Мне кажется, у кого сегодня будет больше желания, тот и выиграет. Вот. Хорошо, твоя ставка — красивая игра. Да. Отлично. Ну, Томас, в принципе, уже давненько не решается ставить на себя и свою команду. Всегда у тебя здесь красивая игра. Но с какой-то стороны это правильно. Это правильно, Томас. Ну что ж, это были все матчи на сегодня, дорогие друзья. Еще раз повторюсь, сегодня со мной в студии в роли аналитиков был Томас Шейн, Андрей Калугин. Не было у нас сегодня Даниила Гришанкина. Никита Олейников к нам скоро присоединится. Ну и, так сказать, в роли ведущего и периодически заместителя наших аналитиков Максим Чей. В Терентьев. Всем спасибо за просмотры. Пока-пока.